Доска боевая, вы ее уже видели. В октябре я показывал. Сюда головы с хребтами собаки кидать. А ты смотри, как сюда. Это сегодня поймали рыбы. Подледно. Я буду так сделать. Ага, давай. Ага. Вон гвоздь. Вот сейчас щуку глазом на гвоздь. Когда резаешь, чтобы щука не поползла. Не шевелилась, ну. Плохо ты еще. Вот ты всегда эту чешую здесь убираешь. Детуля. А ты сколько рыбы за свою жизнь попорол, а? Ой, понятия не... Тонны! Тонны, ну, по-любому тонны. Да, даже, наверное, десятки. Тонн. Шибко много. За свою жизнь я попорол рыбы. Хорошо. У меня специально стол на разделку на улице, ну холодно. Холодно, конечно, куда это? Уже тридцатничек. Угу. Одна полоска. Где тут вторая? Вот она вторая. Есть икра? Есть, ага. Первую штуку взял. Ну, сегодня тебе работа. Что, у меня есть работа? Да. Ну, вон икру добыли. Хорошо. Так, печенку берем. Берите, конечно. Печенка, да, печенка вкусная. Так много жарить не надо. Да, тут с 4 щук. Ты нажарила, что мы не можем за раз съесть ее. Ну, то было с 8 щук, а сейчас с 4 будет вам. Тоже. Я же думала, 2 мужика хоть что-то поедят. А эти 2 мужика меньше меня. Что, пузо пустое, да, у нее? Что-то есть вот. Ну, что-то есть. Чебачок. Ну, наверное, ага. Чебачок. Хоть бы большая щука была, сыкла. Разрешите. Так. О, медведь обрадуется, а. Столько еды ему Диктория привезет. Ведро. Так вот, чтобы вот это вот не загибалось, вот, ага. Нужно вот это вот середину, вот по центру. Вот так вот. Чик. И все. Угу. И развалилось.
Да, это есть. Собаки есть еда. Да, это собаки еда. Маленькая доска. Летом туда, конечно, рыбу моем сразу, но сейчас нет столько воды, чтобы я... О! Вот так вот, в ящик. Что это? Щука. Дима. Похож на пескаря. О, какой. Ну, у вас же пескари здесь есть? Ну, пескарь, елки-палки, не чубачок, пескарь. Пескарь тоже рыба вкусная, когда маленький. Много. Маленький, конечно. Вот тут тетя Вера. Всем работа нашлась. Да, деликатесы делает. Вот какие. От пленок чистит щучью икру, потом посолит. А потом вы с яйцами будете есть. Вот так вот. Дед Толя опять на рыбалку сходил. Вот обратите внимание, какая краска у щуки. Вот европейская щука другая совсем. Это наша амурская. Она пятнистая, как ленок, как форель. Окей, пятна на ней. Она так маскируется, потому что речки в основном каменистые, галька. И она вот под эту гальку маскируется. Ну что, это нас порадует, нет? Кого? Порадует нас эта щука? Должна. Ты их по морде не различаешь, самец или самка? Нет. А так поглядел в глаза и сразу знаешь, да? Вот хорошо с икрой, без икры. Ну, это самец. Самец. Да? А сука. А всегда большие самцы сейчас. Ну, ладно. Будем ждать самку. Посмотрите ей в глаза. Тоже чебачок. А нет. Тоже какая-то рыбка. Вот жира сколько, да? Гляди на кишка. Жирная, блин. Ну, зима-зима, а рыба жирная. Вот жир хорошо собирать и в уху бросать. Печеночку достать. Уха жирная-жирная получается. Не пробовали? Я уху не ем. Там как-то имень. Желчь отрезаешь? Ну, черт, она не нужна. Вот хорошая щука сегодня попалась. Так. Сколько она? Килограмма 4, да? Или побольше даже, наверное. Возьмите безмен. Так. В летней кухне на окне висит. Если я живот разрежу по животу,
чистить канал будет. Ты разрежь так. А если... Он на котлеты все равно будет ее разрезать, убирать хребет и кости, чтобы крутить. Да как хочешь, так режь, я разберусь. У меня чистилка такая самодельная. Можно я, допустим, шкуру убираю на котлеты тогда. А я не знаю, если это убирают у меня или нет. Шкура, она плохо прокручивается. Сейчас посмотрим, есть икра или нет. Наверное, бракодел. Без икры. У нас в последнее время вот эти большие попадаются без икры. По-моему, с икрой. Мужики. Или нет? Самец, блядь. Самец, ну ё. Самец, он молок его. Ага, молок, я вижу. Все. Это себе на котлет. Попадет еще такая, не попадет. А у нас там есть большие? У нас такой нету. Как нету? Такой большой больше нету. Есть. Нету. В мешке посмотри, по-моему, есть? Нет, она меньше. Соли. Только крупная соль у соли, да? Так. Что, бачок тащить? А? Бачок тащить? Это разрезано, ровно лежит. Ну да, да. Не гнется ничего, блядь. Удобно солить. Что-то спрашивал. Количество соли, килограмм там или сколько? Как я тебе скажу, сколько? Вот. Пусть смотрит, как сыплю. Должно хватить, да, и останавливаешься. Я тоже никогда граммами не меряю. Я солю, думаю, вот будет, да. А вот это будет круто посолено, вот это чем будет больше. Хорошо. Потому что все равно вымачивать. Все равно вымачивать. Ну сейчас, шибко, и не надо солить. Ну да, сейчас холодно. Холодно. Так.
Ну вот, начало положено. Понесли, отломали ручку мне, блядь. Машину поставили в багажник и отломали ручку. Ёлки-палки.